Scheiße! Черт! Надо найти Анну. Анна! Анна, ты где? Она должна быть где-то здесь. Надеюсь, она не пошла наверх. Эй, привет! Пойдем к твоей сестре. Сюда. Все хорошо. Dass sie uns nicht wehtun. Du kannst nicht entkommen! Погоди, я сдаюсь! Auf den Boden! Все хорошо. Wo ist der hin? Er versteckt sich! Den Keller durchsuchen! Bin dabei! Сейчас выберемся. Каспар, nein. Zu Erika. Keine Anzeichen von Feinden. Wir sind nicht dabei. Hier ist jemand. Не бойся. Dass sie uns nicht wehtun. Sofort wieder raufkommen! Hier! Ich habe etwas gehört! Schock! Kaspar! Nein! Kaspar! Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Kaspar! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen! Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss! Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen! Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Kaspar! Ты молодец! Мы почти выбрались! Где Эрика? Побудь, пожалуйста, смелой еще немножко! Meine Tierhaus! Ты не пострадаешь! Куда они все лезут? Надо двигаться дальше. Не волнуйся. А ты сел в эту. Там стрельба. Рискованно.
Ты молодец! Потерпи еще чуть-чуть! Die kommen nicht zurück. Отсюда они доберутся сами. Идем. Мы их сопровождаем и точка. Пирсон прав. Если пойдем с ними, их могут начать обстреливать. Это слишком опасно. Давай, Цусман, зачищаем улицу. Затем вывозим их, понятно? Понимаю, сэр. Я подумал, что без нас будет безопаснее. А если мы позволим немцам вернуть себе отель, все, кто здесь пойдут, будут в опасности. Это не Кассерин. Превосходство у нас. Сажайте в грузовик. Это твоя затея. Занять позицию! Зачистить улицу! Кто из них водит грузовик? Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäuschen? Ja, ich. Ich kann fahren. Поехали. Берегись! Грузовик подбили! Она умерла. Вперед! Живо! Ты что творишь? Выполняю приказы, все назад в отель! Марш, марш, марш! Эй, мы не можем ей помочь. Мы взяли Ахен, открыли.